Власть должна быть ближе к народу, считает почетный гражданин области Кайрлы Едресов. Он руководит региональным общественным советом. Вместе со своим коллективом он смотрел выступление главы государства 11 января. О том, какие направления и как их нужно развивать, он рассказал моей коллеге Гюзель Закария. Не сидеть на месте в красивом костюме, а работать, вести диалог с жителями, быть в курсе ситуации в регионе. Такое наставление дает государственным служащим почетный гражданин области Кайрлы Едресов. Он считает, что избежать конфликтов и недопонимания возможно, только нужно слышать свой народ. Для этого в общественном совете организовали прием граждан. Туда могут обратиться по любым насущным вопросам. После выхода послания, вот в настоящее время в общественном совете мы организовали прием граждан. Какие-то вопросы, если возникнут, можете в общественный совет нашей области звонить по номеру 46-75-89. Водоснабжение, качество дорог и освещение – эти и другие проблемы в общественном совете помогают решать. Ни для кого не секрет, подчеркивает Кайрлы Едресов, что детям приходится дополнительно ходить к репетиторам, чтобы поступить в желаемый вуз, обычно зарубежный. И добавляет, нужно давать качественное образование в самих школах, это вселит веру в наше образование и поможет в решении утечки умов. Стоит создавать новые рабочие места, отмечает Кайрлы Едресович. Если будет привито для наших детей в школах, любовь к родине, любовь к труду, я думаю, это будет большая помощь и большая, значит, победа нашего общества. Ведь кадры решают же все. Поэтому и вот создание 5 филиалов, значит, лучших вузов мира в Казахстане, это тоже будет большой шаг, это чтобы наша молодежь за границу не уезжала. Волнует почетного гражданина области и качество строящегося жилья. Ведь еще в прошлом году за это глава государства снял с должности акимов сразу 2 районов Северного Казахстана. А ведь в каждом районе у нас созданы общественные советы, партия Нур Отан. При партии Нур Отан созданы комиссии партийного контроля. Спрашивается, где они были? Они же все это дело видели. Видимо, принцип «моя хата с краю». Я думаю, от такого принципа нам надо уходить. Все пункты из выступления главы государства на пленарном заседании Мажилиса парламента страны понятны, и у общественников есть четкое представление, как действовать дальше. Здесь работают по всем важным направлениям социально-экономического развития области и готовы реализовывать все поручения президента. Основное – слышать граждан. Гюзель Закария, Казбек Арыкбаев. Итоги дня.